10 июня в Афипском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России и Дня Северского района. Всех гостей торжества встречали тематические выставки мастеров муниципалитета, а также выставка рисунков и книг. С наступающими праздниками земляков поздравил глава Северского района Адам Джарим. Сегодня мы гордимся уникальной и самобытной культурой, природными и географическими разнообразиями, достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. Каждый из нас любит свою родину, одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания. Мы неотделимы от ее многовековых духовных корней, и эта неразрывная связь – бесценное достояние. Спасибо всем, кто любит и ценит то, что мы сегодня имеем. Низкий поклон. Да здравствует Россия! В преддверии одного из самых главных праздников страны поздравили выдающихся граждан. Их наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Ярким и запоминающимся концерт сделали выступления районных артистов. Зажигательные и красочные номера не оставили никого равнодушным.